Всем привет, привет, привет! А у меня новые швейные дела. В общем, машинка сломалась. Ну как сломалась? Заблокировался в ней мотор. Шить не могу. Вот, поэтому вот все, что успела, шила, показываю. Но не только шила, я еще и новые карманчики придумала. Вот, были вот такие маленькие карманчики, совершенно от таких крошечных брючек. Вот такой получился у меня мешочек. Это косая беечка, это поясочек от пижамки. У меня была пижамка, и там были втянуты такие вот, ну, короче, шнурочек был втянут, я его вытащила, потому что ж пижамку я эту не ношу уже, понятно. Здесь пришила вот такой парашют. А здесь пришила, это были детские брюки. Вот эти брюки были детские, по-моему, я не помню. Короче, какие-то, вот они, эта сторона длиннее, эта сторона короче, такие. А здесь приклеенный, он был на клеевой основе. Вот, здесь у меня лежит вот этот вот сатуарчик. Вот, и сережки. Вот такой получился. Это тоже косая бейка, пояс от какого-то платья. Я пояса оставляю, особенно если это косая бейка. Вот, то я оставляю, а потом использую. Вот мне пригождаются для таких вещей. Здесь тоже это пояс разрезал на две части. И у меня получилось две таких вот. А, две вот такие, ну, короче, две веревочки для двух мешочков. Это большие карманы, вот такие огромные карманы. Но они были отстрочены вот здесь, вот такая волна с двух сторон, темно-синей ниткой. Ну, я шила розовой ниточкой, я просто прошлась таким швом. И пришила вот такой букетик. И с этой стороны пришила такой же букетик и тоже так отстрочила. Здесь у меня лежат вот эти сатуары, которые три желания. Они здесь все три поместились, потому что карман такой большой. Вот. А вот я сшила себе новый мешочек для сумочки. Здесь я ношу пакетики. Вот они у меня здесь лежат. Там внизу маска лежит. На всякий случай пакетики. Бывает нужно. Вот здесь вот у меня. Это у меня была такая бахрома в жилете. Я оторвала эту бахрому. Вот. А полосочки вот эти я не захотела выбрасывать. Я уже все использовала, это последнее. Вот, короче, это у меня был кусок ткани, там, где были пришиты карманы. Она мне не пригодилась ни к чему. И карманы, вот, да, карманы отпорола. Вот, я даже не помню, какие. Может быть, даже. Нет, не эти. Ну, в общем, какие-то карманы я отпорола. Может быть, у меня уже из них мешочек есть. И лежал вот этот вот обрезок. Вот с таким вот карманчиком. И я решила, я из него себе сошью мешочек. Вырезала его вот по форме карманчика, сшила, вот, и сделала вот такую аппликацию. Я как-то показывала, я купила в секонд-хенде топик, такой там бабочки, цветочки, в общем, на порез. И на нем были вот эти цветочки в виде аппликации. Вот один и вот второй. Ну, конечно же, я их оторвала, и они мне очень красиво легли вот на этот мешочек. А здесь вот эта тесемочка, очень симпатичная такая, короче, тесемочка. Было два небольших кусочка, я пришила и пришила вот эти цветочки. Вот такой замечательный, красивый. Мне так нравится вытаскивать, все так обращают внимание, думают, что ж у них там такое. А я так хоп и кулек вынула, и такая деловая вся. Ну, в общем, короче, нравится мне. Ну, а теперь о карманчиках, которые я не шила. Я думаю, вы уже догадались, о каких карманчиках пойдет речь. Это карманчики, которые на молнии. Знаете, бывают в джинсах, в юбках. Бывают карманчики на молнии. Здесь у меня тоже уже лежат бусы. Мои любимые. Вот они. Вот. То есть карманчики маленькие, но в них прекрасно влазит, ну, небольшой комплект бус. Что я сделала? Я их вырезала. Потом взяла вспарыватель. И вспарывателем сделала вот такую красивую бахрому. А потом подстригла ее. Ну, чтобы она вся была ровненькая. И получились у меня два вот таких карманчика. Этот пока еще пустой. Вот. Вот, просто пустой. Ну, а с этой стороны он обычный карман. Вот, шов один, шов второй. На шов кокетка оставила, потому что под кокетку здесь вшита молния. А мне молния была нужна. Вот, я подумала, с этими карманами уже ничего сделать нельзя. Ну, так почему нельзя, если можно? Как это говорится? Если нельзя, но очень хочется, значит, можно. В общем, мне очень сильно хотелось, и значит, было можно. В общем, вот такие карманчики. Так что, если у вас даже не шьет машина, или у вас ее просто нет, но есть вот такая старенькая юбочка или старенькие штанишки вот такого типа, то тоже можно запросто сделать вот такие карманчики. Это делается легко, быстро. Ну, правда, немножко нудно было вот это вот все лохматить. Ну, ничего страшного, я справилась.
и вы справитесь. Ну, в общем, вот такая у меня была небольшая, как это хотела сказать, распаковка, похвастушка. Вот. Ну, пока на сегодняшний день карманы закончились. Будут новые поступления штанов, будут новые обрезания карманов. Те джинсы, которые я накупила, ну, там не только джинсы, там и штаны, которые я накупила в секонде, я вам их показывала, которые у меня шли 2 на 1 евро. Я их пока не трогала, их пока сложила до лучших времен, потому что у меня сейчас нет ни времени, ни возможности, да и особого желания нет, потому что такая жарища, вообще ничего не хочется. Вот, в общем, вот так. Ну, все, на этом заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого наилучшего и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.